Когда просыпаетесь, первым делом думайте: сегодня мне повезло, что я жив. У меня есть драгоценная человеческая жизнь, я не собираюсь тратить ее впустую. Цель не в том, чтобы быть лучше, чем кто-либо, а в том, чтобы быть лучше прежнего тебя. Обдумайте внимательно, что мешает вам жить так, как вы хотите жить. Уважай себя, уважай других и неси ответственность за свои действия. Способ изменить мнение других людей с любовью, а не с гневом. Прежде чем осуждать кого-то, возьми его обувь и пройди его путь, попробуй его слезы, почувствуй его боли. Человек сам выбирает, страдать ему или нет, выбирая свою реакцию на ту или иную ситуацию. Если проблему решить можно, не стоит о ней беспокоиться. Если проблему решить нельзя, беспокоиться бесполезно. Помните, не получить желаемого – это иногда и есть везение. Если можешь помочь, помоги, если нет, хотя бы не вреди. Люди были созданы для того, чтобы их любили, а вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что все наоборот. Помните, что не всегда то, что вы хотите, действительно вам нужно. Помни, что лучшие отношения – те, в которых ваша любовь друг к другу превышает потребность друг в друге. Будь готов изменить свои цели, но никогда не изменяй свои ценности. Некоторые видят тину на дне пруда, а другие цветок лотоса на его поверхности. Все зависит от точки зрения. Когда вы проигрываете, вы не теряете накопленный опыт. Примите во внимание, что большая любовь и большие успехи связаны с большим риском. Изучай правила, чтобы знать, как правильно их нарушить. Когда человеку кажется, что все идет наперекосяк, в его жизнь пытается войти нечто чудесное. Наши враги дают нам прекрасную возможность практиковать терпение, стойкость и сострадание.